Слышите его? Это государственный преступник! Он покушался на жизнь его высочества! Держите его! Держите! 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 Чипалина. Ровно ничего, дядюшка Виноград. Я и отец стояли и смотрели. А принц Лимон со своей свитой проходит по улице. Меня толкнули. И я наступил принцу прямо на ногу. Вот и все. Какой ужас. Так ему и надо. Поймать разбойника! Разыскать немедленно! Нашли его! Поймали! Немедленно схватить и повесить! Ваше высочество, ваше высочество, это я. Я наступил вам на ногу. Ты! Я был пулемет в кармане. Не пулемет, а пушка. Но, слава богу, преступника уже посадили в тюрьму. Тебя посадили в тюрьму вместе с преступниками? Что ты здесь? Все честные люди. За что же они сидят? Видишь ли, принцу Лимону порядочные люди не по нутру. Потерпи немного, отец. Я скоро приду сюда с друзьями, и мы вас всех освободим. Это не так легко, сынок. Ты лучше подумай теперь о себе. Спасибо вам, профессор. Ну не грусти, малыш. Пойдем,
пойдем. Я познакомлю тебя с моими друзьями. Эх ты, салат в манной каше! Простите. Если взять один кирпич, мало толку в нем, потому что из него не построишь дом. Если пару кирпичей рядом положить, будет только две стены, неудобно жить. Взять бы много кирпичей, штук примерно 5. Вот бы вышел славный дом, только где их взять, а? Ну, как дела, старина? А я тебе подарочек принес. Вот, возьми. Ваша милость, но сам граф Вишни разрешил мне. Молчать! Конфискую! Здесь будет жить злая собака. Убирайся отсюда! Пчел, пчел, пчел вон! Вон, пчел! Грабитель! Молчать? Грабитель? Где грабитель? Покажите мне его! Пожалуйста, ваша милость! Узнаете? Ах ты, маленький негодяй! Негодяй! Ну, ты мне дорого заплатил за эти слезы. Что такое? Ты тыква! Я тебя предупредил. Что случилось, Чипалина? Thank you.